За много лет встреча стала уроком патриотизма и мужества для молодежи нашего города. Сегодня в зале городской библиотеки собрались, чтобы поговорить о русской воинской доблести с ветеранами боевых действий. Мероприятие началось с песни «Россия – страна героев». Россия – страна героев, богатств истории не счесть. И долг хранить людей покои, не дать воспоминаниям умереть. Почти 10 лет Советский Союз принимал участие в афганской войне. Не обошла она и наших земляков. В горячую точку были отправлены более 300 нефтьюганских парней. Двое погибли. 30 лет назад была создана общественная организация ветеранов боевых действий. Их главная задача – поддерживать друг друга и сохранить память героев. И стараемся поддерживать своих ребят, которые нуждаются в помощи. Вот встречаемся с молодежью, но чтобы все-таки доводить до них о тех ребятах, которые служили, уходили из жизни. Так что работы всегда есть. Стараемся быть в общественной жизни города всегда. Встреча поколений прошла сразу в двух форматах. Школы города подключались по видеоконференц-связи, а студенты могли задать вопросы лично. Как говорят участники, это хороший повод получить советы от ветеранов перед службой в армии. Ну, мероприятие на самом деле очень-очень важное, особенно для молодого поколения, так как мы встречаемся с более старшими людьми, которые могут дать нам какие-то советы, которые пойдут нам на пользу. Студенты уже решили, куда хотели бы попасть, проходя срочную службу. В основном это воздушно-десантные войска или президентский полк. А вот горячим точкам не готовы. Переживают за родителей. Олеся Белова, Дмитрий Смирнов, телерадио, компания «Юганск».